В Мозыре суд вынес приговор водителю, сбившему на пешеходном переходе женщину с ребенком. Авария произошла 11 октября прошлого года. 40-летняя горожанка и ее 7-летняя дочь переходили проезжую часть по переходу. Согласно материалам уголовного дела, при подъезде к нему водитель автомобиля Volkswagen проявил невнимательность к дорожной обстановке, не снизил скорость, выехал на переход и сбил пешеходов. В качестве наказания ему назначено 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа – с лишением права управлять транспортными средствами в течение ближайших 5 лет. Еще до суда водитель выплатил потерпевшим 15 000 рублей в счет компенсации морального вреда и расходов на лечение.